Привет, я Дагмама Аня, а это мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня Всемирный день ребенка, и в честь этого наше видео. Если вы не можете уговорить родителей подарить вам питомца, просто покажите это видео. А если вы родители и сомневаетесь в покупке, просто посмотрите это видео. Наши юные зрители продолжили фразу «Мой питомец – это счастье, потому что…» Я никогда не сомневаюсь в том, что она меня не предаст. Я каждый день купаюсь в море счастья. И вообще счастья много, не бывает. Единственное существо, которое любит вас больше, чем себя. Ее можно обнять, поцеловать. Всегда мне поднимало настроение, всегда меня успокаивал. Моя собака – это счастье, он очень добрый, красивый, ласковый. И просто она мой лучший друг. Я его очень люблю, не знаю, что бы я без него делала. Ее можно обнимать. Он хочет, чтобы я... Мне надо не расстраиваться, вот я чувствую. Только он выслушает все, что ты скажешь. И успокоит в трудную минуту. Я люблю ее, и она любит меня. Я боюсь темноты. Всегда, когда она приходит ко мне, она всегда мурчит. И мне это очень помогает заснуть. Мне никогда не бывает скучно, потому что она всегда носится и смотрит на наш аквариум. Если ты никого не любишь, и ты одинокий, то тебе в самый раз пойдет собака. Маленький, красивенький пушечек. Ну, очень миленький. Потому что с ним можно даже танцевать, и он не будет возражать. Им всегда весело. Лапу первым подает, лапу первым подает. Все победы и поражения я пережила именно с ней. Именно она научила меня любить. С ней весело гулять. Потому что я ее очень люблю. И она одна единственная на всей планете. Не предаст тебя. Никогда не бросит. Мне родители постоянно отвечали: нет, ты еще не готова. Самое великое счастье в моей жизни. Я стала самым счастливым человеком на земле. Я стала много улыбаться, потому что каждый день, в каком бы настроении я ни пришла, дом меня встречает два счастливых хвостика. Каждое утро они приходят тебе в постель, чтобы просто сказать, что они тебя любят. Потому что в ее присутствии ты не обязательно должен выглядеть красиво. Она выражает все свои эмоции гораздо более ярче, чем человек. Потому что она чистюля. С ней весело играть. Это уникальный певец для хрупких. Если мне плохо, она всегда рядом. С ним это не бывает скучно. Смотря ей в глаза, я понимаю, что я никогда не хочу ее потерять. Потому что он всегда развеселит вас. С ним можно разделить еду, а еще он тебя принимает. Потому что его можно всегда-всегда обнимать. Когда я прихожу со школы, он меня встречает, как будто месяцами и годами меня не видел. Человек бросал собаку, но еще ни одна собака не бросила человека. Потому что он любит тебя больше всего на свете. Они научили меня любить, ждать, всегда идти вперед, не боясь ничего. Научили понимать звуки природы. На пороге тебя будет всегда ждать это совершенно дивное существо, которое никогда тебя не предаст. Мои питомцы для меня самое большое счастье. Потому что с ним не жалко провести весь день. С ними радость можно удвоить, а печаль... поделить пополам. Они никогда не сделают тебе настолько больного укуса. Потому что она мой личный критик. Зато за ней интересно понаблюдать. Потому что он очень миленький. С ними нет времени грустить. Я никогда не чувствую себя одинокой. Он помогает мне делать уроки. Арчуш, 7-5-2. Я иду по улице и ощущаю себя намного комфортнее. Потому что другого такого нет. Это океан позитива и мурчания. Дает тебе хорошее настроение, особенно с утра. Они моя жизнь, я живу им. Ты бежишь скорее домой, и тебя встречает вот такое вот солнышко. Потому что они всегда со мной, в любую погоду, в любое время года. Они не бросят. Они примут меня такой, какая я есть. Всегда меня выслушает и поймет. Когда я рядом с ней, у меня просто улыбка на лице. День проходит незабываемые прогулки. С ней можно играть. Я могу почувствовать, что чувствует она. Всегда, когда я заболею, она приходит и меня жалеет. И я ее очень люблю. Мне всегда с ним не скучно. Он сюда приходит, делает мне массаж. Очень милый попрошайка. Очень ловко ворует тапки. Самый-самый модный. И можно рассказать ему о всех своих радостных впечатлениях. Они спят.
Я просыпаюсь специально где-то в 8 утра, чтобы поиграть с моей собакой или погулять. Потому что он поможет всегда в трудную минуту. Он очень преданный кот, он для меня как собака. Я вот иногда прихожу в школу очень расстроенная какая-нибудь такая. И мне нужен какую-то поддержку. Пообниматься в трудную минуту или просто пообниматься. Потому что им можно пожать их милую лапку. Верный друг, верный товарищ. Очень красивый, не трехцветный нос. Он очень-очень классный. Если бы не было моих животных, то не было бы меня. Я бы умерла со скуки. И когда кто-то подходит ко мне, начинает сразу лаять, потому что он меня любит, защищает. Правда? Потому что с ней можно гулять и рисовать. Когда мне родители подарили деньги, я пошла и купила ее. Она встречает с вами осень, зиму. И вот так каждый день мы мотаемся с моей кошкой. С ней можно говорить, и она не перебивает ни капельки. Благодаря ему я стала увереннее в себе. Она мурлыкает. Радость какая на мне. Ой, какая радость. Сразу посмотришь, веселее становится. Почему они такие разноцветные? И все время хочется кого-то заботиться. Можно подержать в ручках его. И она навсегда на меня так смотрит. Ну, в общем, мы бесимся. И будет помогать тебе и дружить с тобой. Любоваться своим домашним питомцем. Я веду специально про нее дневник. Первая и верная любовь. Однажды я выиграла вместе с ним в конкурсе в школе «Самый лучший зверь». Он провести каждые минуты жизни, пока самой тебя не станет. Он очень веселый и очень-очень милый. Мы спим вместе в одной, представьте себе, постели. У меня рыбка и хомяк, и я их обожаю. Когда приходишь со школы в грустном настроении, посмотришь на него и сразу заулыбнешься. Стенка будет любить тебя и никогда тебя не предаст. Не просто потому, что они есть. Да, мои хоми. И по ночам она меня согревает своим теплом. Потому что мы зубастые. Они вас любят, а вы их. Він мій вірний друг. Він завжди чекає мого приходу. Тому що, глядя на неї, мені становиться легче. Дивіться. Вот так вот у нас очень весело жить. Поэтому для меня иметь собаку – это огромное счастье. Частичка сердца и души. Потому что она делает мене счастливым.